Ну что, ребята, смотрите, что случилось. А виной всему вот этот камень. Единственный камень. Впереди меня ехала Лариса. Я вплотную к ней ехал и наехал на этот камень. Да японский ты бог! Заплатка. Ну, смотрите, у меня осталось тут остатки роскоши. Все заплатки кончились. Было две монтажки. Ну, я справляюсь с одной. Наждачка. Это от насоса. Крепление еще не прикрепил. Недавно купил. Ну, и ножик с собой вожу. Жду, когда маленько подклеится. Если чуть-чуть качнул, где-то примерно пол очка там есть. Смотрите, насос. Шланг складывается повдоль насоса. Интересно, конечно. Не вовнутрь, а именно повдоль. Наверное, так удобнее. Производители посчитали. Так-то неплохой насос. Погнали. Починил. Надеюсь. Да не самое страшное, что случилось. Значит, самое страшное не случилось. Ну что, времени на прогулку не осталось. Сейчас придется возвратиться домой. Да ей опасно ехать. Еще неизвестно, как себя колесо поведет. Ну так вроде держит. Вот. Заедем в магазин, да, два дома. Вот такое сегодня невеселое путешествие немножко. Ну, ладно. Как Лариса говорит, не самое страшное. И вот я заехал в магазин. Тут у нас есть такой велосипедный магазин. Можно сказать, неплохой даже. Сейчас зашел, а он даже расширился, потому что, наверное, хорошо дела идут. Вот такая велоаптечка. Значит, у меня корпус есть. В более дорогих магазинах. Я ее уже года 3 назад брал, за 120, наверное. Или за 160 даже. А это вот 75 рублей. Это набор, что ли? Угу. Смотрите, сколько заплаток и клей такой большой. В том вы сейчас видели, я клеил. Клей намного меньше. Ну, то есть и заплатки. И заплаток меньше намного. Зато там есть монтажки. Без монтажек, в принципе, я обошелся бы. Ну, они у меня есть теперь, все. Ну, зато у тебя клей старый, еще половина остался. Угу. Значит, присмотрел я там картридж на каретку под квадрат. 350 рублей. Я считаю, это недорого. С двух сторон алюминиевые чашки. В другом магазине точно такой же я видел за 550. Ну, то есть, буду, наверное, брать. Возле суда заделали дорогу по улице Партизанской. Здесь вот ямищи были. Ну, сейчас смотрю, заделали. Вот он суд. Да, поменяли ямы на кочки. Ну, хоть так. А вот здесь МЧС. Я смотрю, они поливают. Смотрите, аж на дорогу все вылетает. Смотри, сейчас обольют тебя. МЧСники типа порядок наводят. Смотрите. Смотрите, что делают. А, они, наверное, там тренируются. Ну ладно. Опа! Ну что, заехали в магазин. По пути Лариса. Что-то к обеду должна купить. Ну что, вот мы и дома. Мой старинный, ну этот. Этому уже тоже 7 лет. Так что камера пока держит. Вроде бы в дороге заклеил на скорую руку. Все нормально держит. Сегодня у нас еще не закончилось. Значит, неудачная поездка на велике. Мы хотели проехать километров 25, а получилось
километров 10 в общей сложности. Не, каких 10? 8, наверное. Ну вот решили съездить на речку. Сегодня суббота. Хотелось бы, конечно, отдохнуть. Повидать внучек. Лариса идет. Вся оборудованная в маске и с квасом. Опять прибыли, видите, в такой лесочек. 18 июля. Народу на пляже. София! Привет! София, ты не узнаешь нас, да? Купаются родственники. Настя! Настя загорела. Спина. Пойду ножки помочу. Блин, вода теплейшая. А? Может, возле берега? Ну как, София, нормально? Да. Тебе нравится? Не замерзла? Нет. Переоделся я в купальный костюм. Сейчас маленько хочу скупнуться. Первый раз в этом году. 18 июля. Смотрите, организовали такую полянку. Юра даже искупался. Как тебе водичка? Ничего, пойдет. Сейчас покушали уже. Вот, доехал я до точки возврата. Сегодня скорость прям такая свежая была. 33-35. Сейчас вернусь. Если получится снять, там машина в кустах улетела. Она меня обгоняла. И он мне сразу не понравился своим вилянием по дороге. Все нормально, все живы? Слава Богу. А что случилось-то? Здрасте. А, я думал, вы... Вытаскивать. Я думал, вы снимете. Нет, не вытаскивать. Прямая дорога, никого нет. Но он то ли в поворот не вошел, и он туда... С какой же он скоростью летел вообще, не вошел? Да написано. Он накатил, чтобы не... Да. Может оборвать трос и отлететь. Осторожно. Вот она. Тонковатый трос. Да тут трос надо. Нифига себе. Представляем, мы там были. Да что, он взорвался туда. Он один там или люди были еще? Там, скорее всего, ну вот. Эти люди бы вон в той одной машине были, поместили же. Все, батя достанет. Да, ну вот мешает, видишь, тут подруги тут, блядь. Ехал и не вписался, как говорят, в поворот. Там, чтобы в поворот не вписаться, нужно ну минимум 70 ехать. Поворот-то даже не 90 градусов. Примерно градусов, ну если так, сейчас скажу, 35, вот так вот, 35-40. Ну то есть можно было спокойно, половина от 90, можно было спокойно на хорошей скорости даже. Он меня обгонял и так рядом проехал. Я еще подумал, думаю, блин, ну что ж ты так рядом едешь? Не знаю, брать не буду. Пьяный, не пьяный. Я его не видел, а в машине сидит. Но такое бывает.
Сегодня воскресенье. Поехали, видимо, купаться или что они там поехали делать. Вот, пытаются. Первый трос оборвали. Ну, это было как типа стропа она. Это было сразу понятно. Там нужен хороший стальной трос. Да, я думаю, УАЗик не потянет, будет буксовать. Грузовика хорошего, тяжелого надо. Вытащат. Помучаются немножко. Ну, а мы продолжаем движение до дому. Да, что хочу сказать. После заклейки переднего колеса, примерно при скорости 35, чувствуется, как колесо подпрыгивает. Да, и вот сейчас 24 тоже. Шишка от заплатки. Ну, а вот мост через Шанторку. Протока Аби. Видите, я сейчас по-новому еду. Старые разбирают бетонное покрытие. Скорее всего, устали там. Арматура, все это менять будут. Ну, сколько уже лет? Ну, мы здесь 26 живем, еще не ремонтировали. Ну вот так примерно закончилось мое двухдневное приключение на велосипеде. Может, кому-то они покажутся не очень приключениями. Ну, знаете, кому как. Вот в этом месте, вот перед виадуком, с этой стороны, где я еду, я вчера пробил колесо, вы видели, и заклеил. А вот здесь тенечки клеили мы с Ларисой.